Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников с описанием этих работ по книге «Великий музей мира». Портрет дамы в голубом. Пабло Пикассо. 1901 год. Холст масла 131/100. Пикассо исполнилось 18 лет, когда он впервые приехал в Париж. Город, который со второй половины 19 века перенял у Рима славу столицы мирового искусства. За спиной молодого человека были блестящий старт в Барселонской школе изящных искусств, который наставил недолгая учеба в Академии художеств Сан-Хосе в Мадриде и репутация талантливого представителя богемы. Друзья, возвращавшиеся с севера, авторитетно внушали живописцу, что ему необходимо преодолеть Пиренеи. Удивительно, но столицу Франции Пикассо в ту пору воспринимал как остановку по пути восхищавшей его Лондон. Однако мощная аура Парижа, конечно же, оказала судьбоносное влияние на него. И первые 3 месяца пребывания в ателье на Монмартре, посещение музеев, галерей, влюбленность в Тулуз-Лотрека и других французских новаторов живописи отразилась на картинах этого периода. Портрет дамы в голубом был написан в Мадриде в начале года, именно в духе терпкого искусства Лотрека, усиливая гротескные ноты почти до карикатурности, решен данный образ. Пышная белая юбка, огромный бант на груди, большая черная шляпа, чрезмерный макияж. Парижская богема произвела на молодого испанца яркое впечатление. Кроме того, именно в этой работе проявляются зачатки голубого периода, в который погрузился Пикассо, возвратившись во французскую столицу. Вот такое описание к работе Пабло Пикассо «Портрет дамы в голубом», 1901 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.